Налоговые льготы. Согласно положениям федерального закона, право на налоговые льготы имеют физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 года, то есть женщины по достижению возраста 55 лет и мужчины по достижению возраста 60 лет. Диспансеризация. Статьей 185, часть 1 «Гарантии работникам при прохождении диспансеризации Трудового кодекса РФ» к предпенсионерам отнесены работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение 5 лет до наступления такого возраста. Они имеют право на освобождение от работы на 2 рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья. Занятость. В соответствии со статьей о занятости населения в РФ, лицами предпенсионного возраста являются граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. Для данных граждан предусмотрена более высокая максимальная величина пособия по безработице – 11 280 рублей и более длительный срок выплаты указанного пособия. Необходимо добавить, что меры социальной поддержки для граждан предпенсионного возраста установлены не только федеральным, но и региональным законодательством.